Да, всем привет, ребят. Ну что, решил поговорить о трех матчах, которые вот сегодня пройдут. Это матч Словения-Сербия, Дания-Англия, Испания-Италия. Достаточно интересные матчи. Многие из них, конечно, судьбу даже решат. Я имею в виду особенно Словения-Сербия. Потому что, ну видите, что касается Словении-Сербии, там на первом месте Англия, получается. Словенцы с датчанами 1-1 сыграли, да? У них по одному очку, у Англии 3, у сербов 0. Если Сербия проиграет, то у них шансов-то практически не будет выйти из группы. Но словенцы, в принципе, если проиграют, им тоже с англичанами играть. Сами понимаете, что матч ключевой для одних и для других. Поэтому здесь я все-таки осторожный прогноз, фора плюс 1 на Словению. Я думаю, если Словения проиграет максимум в один мяч, я не верю, что там сербы прям их там разнесут. Состав у них немножко, конечно, посильнее у сербов, но сербы вообще нестабильно играют, поэтому я думаю, что плюс 1 на Словению фора. Что касается матча Дания-Англия, я здесь думаю, что тотал меньше 2,5 голов. Я не знаю, я не жду тут много голов, потому что все-таки датчане в обороне достаточно строго играют, и англичане тоже. Думаю, что игра будет осторожна. Я не удивлюсь, если они нулевую ничью даже скатают. Ну, я вот так, если по исходам, я склоняюсь больше или к победе Англии в один мяч, или к ничьей 0-0, 1-1. Но голов не более двух, поэтому тотал меньше 2,5 голов. Ну и третья игра — Испания-Италия. Ну, здесь испанцы фавориты, но в принципе, ничья обе команды устроят. Италия тоже команда достаточно боевитая, достаточно крепкая. Я здесь тоже голов много не жду, в принципе. И думаю, что здесь, ну, максимум два мяча тоже будет. Я вообще, честно говоря, ребят, сегодня считаю, что какой-то будет нерезультативный день. Не знаю, мне почему-то кажется, что вообще во всех матчах голов мало мы увидим. Именно сегодня. Не знаю, там как в другие дни, но сейчас, в принципе, для, если брать Дания с Англией, для Дании, конечно, матч ключевой, можно так сказать. Хотя у них еще сербами игра, в принципе, тоже там. Англия 3 очка свои набрала, в принципе, если они ничью сыграют, и нормально будет вообще Англии. Игра с Словенией, в принципе, поэтому думаю, что тут голов мало. Ну и Испания с Италией, тут, знаете, ребят, сложно. Мне почему-то 1-1 на языке вертится, не знаю. Счет. И как-то так, ребят. Ну, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка в комментарии. Там помимо прогнозов новости будут и многое другое. Всем пока.